этот суперстар не стар. В нем столько огня, столько всего молодого и в смысле энергии, потому что именно молодежь всегда запросто может идти на эксперименты. Он легко бомбит густыми басами, прикидывается городским сумасшедшим, в легкую может исполнить женскую песню. Да, и все это будет класс, потому что это Кай Метов. И знаете, это он произнес фразу: «Я пришел на это шоу экспериментировать и кайфовать». И согласитесь, у нас с ним это получается, у вас и у него. Ну а сегодня он решил рискнуть и пойти по трекам своего конкурента. Встречайте, Кай Метов с песней Феликса Цирикати. Inutile suonare, qui in avviato, prierà nessuno. Amademi, amore mio, amademi, amore mio, amademi, amore. Amademi, amore mio, amademi, amore mio. Opa! Amademi, amore. Я заказал два капучино, ты спросила бы кто, я просто мужчина. И когда подняла густые ресницы, то поняла, что я буду сниться. Я заказал два капучино, то глупый вопрос, то смех без причины. Минуту назад незнакомыми были и вдруг полюбили. Балет «Суперстар» и две иностранные артистки замечательные. Спасибо. Thank you. Кай. Я буду молчать. Почему ты будешь молчать? Ну, потому что я не хочу высказывать восторги. Кай и так знает, как я к нему отношусь. Публика и так все сказала. Да. Теперь дело только за членами жюри. Я думаю, это... первая за сегодня песня, под которой абсолютно точно мог потанцевать Сергей Соседов. Я не знаю, почему не танцевал.
вы знаете, хорошее впечатление от композиции в целом, безусловно. Оригинальная находка. Вот здесь вот получилось совмещение композиций. Оно здесь удачно. В некоторых предыдущих номерах мы спорили по этому поводу, когда оказалось, что в одну песню добавлено несколько стилей, и казалось, что это попурри из нескольких песен. Здесь это органично сделано, здесь это получилось. Но вот, не знаю, с оценкой думаю, что поставить. В принципе, такое впечатление, как будто спета старая любимая песня, и все. Но с другой стороны, как будто ничего не было, как будто ничего нового не привнесли. Но с другой стороны, вот сама идея так интересно совместить и органично совместить две композиции и добавить мулаток, и чтобы вот так вот получилось все в меру, со вкусом. А могло ведь не получиться, я так думаю. Могло. Понимаете? Могло не получиться запросто, а получилось. Мы теперь знаем, могло. Понимаете? Поэтому я... Ну, пусть коллеги тоже дальше думают мои, что как оценить это. Но я вот колеблюсь между фейерверком и огнем, например. Фейерверк. Что нужно сделать, чтобы ты не колебался? Сереж, я первый раз слышу, чтобы ты сомневался и спрашивал помощь в зала. Я не пойму, что кричат. У меня ощущение, что кричат «Браво». Браво? Браво. Да? Кричат тебе «Браво» за оценку. Мне кажется, что «Браво», «Браво». Да, Сергей, «Браво». И я вот не знаю, что поставить. Огонь? Молодец. Сейчас. Ну, хорошо, поставлю огонь. Смотри, как за тебя болеют зрители в зале. Кай точно внес атмосферу отпуска, отдыха. И Наташа сейчас села в профиль, и я поняла, что в ней что-то итальянское такое есть, настоящее. Сегодня точно. Абсолютно. Да, сегодня точно я бы могла прекрасно вписаться Каю в его номер. И даже можно было не тратиться на девушек из далекой африканской страны. Я бы это сделала с удовольствием и бесплатно. Ну, я очень рада, что Сережа Соседов все-таки определился и выбрал огонь, потому что это действительно был огонь. Это было круто, зажигательно. Это было дискотечно, это было легко. Кай прекрасен. Ну, каждую программу Кай прекрасен. И разнообразен самое важное. Поэтому у меня тоже огонечек. 2 балла. Кошелек. Давай Герду послушаем. Герду? Герду. Каю всегда должна быть Герда. Она больше на королеву. Ну, конечно. Все, она больше на снежную королеву похожа, чем нет, на нет, Герду. Нет, она Герда настоящая. Моя рыбочка. Я люблю тебя, Лолик. Кай. Подтверждаю Наташины слова. Ты единственный из наших артистов, который нас умеешь удивлять из программы в программу. Никогда бы в жизни не подумала до этого проекта, что ты на такое способен. Но это настолько круто, когда человек может переформатироваться, сделать из себя и то, и сё, и пятое, и десятое. Конечно, вот эта вот карибская открытка и отдых. Две девушки на отдыхе, это было великолепно. Ты прекрасен, я восхищаюсь тобой из программы в программу. Спасибо. Спасибо, что удивляешь нас. Спасибо большое. Ну и осталась последняя оценка от Стаса Пьехи. Вы знаете, у нас разные номера, бывают как бы эксперименты, бывают какие-то... Как Сергей говорит, это катарсис бывает. Вот, а бывает наоборот что-то такое эклектичное, непонятное. И вот я могу сказать, что впервые в рамках шоу как бы, это абсолютно коммерчески выгодный номер, который можно отдавать на радио, на телевидение. Да? То есть этот номер можно продать. Можно монетизировать это выступление. Потому что здесь были все, соблюдены все золотые, так сказать, сечения хита. Вот, прекрасная совершенно история в холодный декабрь. Нам всем так не хватает этого витамина D, солнца.
Мне очень понравилась история, что голос здесь был как ритм-секция. Амодами, амодами. Он как бы докачивал еще вместе, как будто бы это электронный бас был. Я понял, почему вообще была такая популярность и известность, потому что голос реально звучит как бас электронный. Вместе с там барабанами можно вдвоем петь с барабаном, а это уже будет крутая ритм-секция, прям кочевая ритм-секция. Вот, я еще хотел добавить что-то, я уже не помню. А, вот эти два крепких капучино. Каких же они так крепко заваренных капучино вышли в конце, да? Я посмотрел на Наташу, думаю, наверное, завидует. Да? Да. Завидовала. Она думала, она одна такая сегодня здесь будет, королева. Да. А вот она только королева одна, а королев было три. Вот, ну, все очень. Ну, правда, это прям коммерчески крутая история получилась. Я поздравляю с этим номером. Надеюсь, он уйдет в народ. Видишь, все получилось, Кай. Я хочу, вот вы, наверное, заметили, я тут в середине, когда члены жюри выставляли свои оценки, говорили теплые слова, пожал бы Диму тихо руку, потому что здесь очень многое зависит, чтобы извне тебе правильно подсказали что-то свежее, что-то новое. У нас практически по каждой песне есть небольшие терки, и я очень рад, что очень часто принимаю сторону, которую подсказывает Вадим. Но, как показывает опыт Гомана и других участников, не всегда мы попадаем в точку. Так что ты это учти. Слава богу, что со мной срастается. Срослось. Но, а пока... 8 баллов у тебя, Кай. Спасибо! Спасибо, тебя поздравляю, Кай Метов. Удачи! Это «Суперстар. Возвращение», 4-й сезон. Мы продолжаем.